Приветствую вас, друзья! Несмотря на медвежий рынок, тема с метавселенными продолжает активно развиваться и все еще дает возможность зарабатывать многим криптоинвесторам. И в моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о новой молодой метавселенной, в основе которой лежит довольно необычный концепт. Называется она MetaVibes. Суть данного проекта заключается в создании метавселенной, которая будет иметь связь с реальным миром. И речь сейчас идет не просто о продаже виртуальных земель с различными реально существующими объектами, и даже не про AR, все это мы уже видели. Идея же MetaVibes является более уникальной. Команда проекта создает метавселенную для проведения различных мероприятий. В ней можно будет устраивать различные конференции, концерты, выставки, форумы и так далее. Пользователи смогут посещать эти мероприятия при помощи VR-гарнитур или просто просматривая их в формате видео с обзором в 360 градусов. И основная идея заключается в том, что MetaVibes даст возможность проводить одно и то же мероприятие сразу в двух измерениях – реальном и виртуальном. То есть выглядеть это будет как-то так. Организаторы устраивают конференцию или концерт на стадионе в одном из городов и устанавливают внутри помещения специальные камеры с обзором в 360 градусов. В итоге несколько тысяч человек смогут прийти на мероприятие вживую, и несколько миллионов смогут смотреть его через VR внутри метавселенной MetaVibes. Идея MetaVibes звучит действительно круто, и что самое главное, такой подход позволит решить множество проблем, которые имеются сейчас в индустрии мероприятий. Различные ковидные ограничения, дороговизна перелетов для участников, большие расходы по аренде помещений для организаторов и много чего еще. Вплоть до того, что некоторые люди ввиду своих физических особенностей в принципе не могут посещать никакие мероприятия. А MetaVibes даст им такую возможность. Что же касается реализации, то устроена метавселенная MetaVibes будет примерно так же, как и многие другие современные метавселенные. Тут будут иметься виртуальные земли и площадки для проведения мероприятий, токенизированные в виде NFT. Пользователи смогут владеть этими NFT и зарабатывать с их помощью на продаже билетов, сдаче виртуальных площадок в аренду или на продаже рекламы на принадлежащих им виртуальных территориях. Также внутри MetaVibes будет иметься собственная NFT-галерея, где будут продаваться незаменяемые токены с автографами различных знаменитостей, одежда для авторов, различные сувениры и так далее. И разумеется, что у MetaVibes будет иметься и свой заменяемый токен. Называется он Vibes, или сокращенно VBS. Использовать их можно будет для совершения различных транзакций внутри метавселенной. Это покупка NFT, размещение рекламы, аренда виртуальных площадок и так далее. Плюс токены VBS можно будет зарабатывать за различные активности. Отчеканены эти токены будут на BNB Smart Chain. Их эмиссия ограничена суммой в 10 миллиардов. Распределена она будет на несколько раундов распродажи, ликвидность, листинги, развитие экосистемы, операционные расходы, маркетинг, советников, партнеров и команду. Команда у MetaVibes, кстати, является открытой и довольно опытной. Они уже более 10 лет занимаются созданием различных игр и приложений с расширенной реальностью. Собственно, вы и сами можете убедиться в этом, посетив официальный сайт проекта или их профиль разработчика на Steam. Что же касается распродажи токенов, то на данный момент из имеющейся информации мы знаем только примерную дату. Согласно дорожной карте проекта, IDO распродажа должна будет пройти осенью текущего года. Одновременно с этим запустится бета-версия метавселенной, а в следующем году будет реализован NFT Marketplace, а также интеграция с различными другими проектами. Но при этом заработать с помощью проекта MetaVibes можно уже сейчас. Команда MetaVibes сейчас активно развивает свои социальные сети и завлекает новых последователей частыми airdrop'ами.
В описании я оставлю ссылки на все основные социальные сети MetaVibes. Обязательно загляните в них. Может, прямо сейчас там проходит airdrop, в ходе которого можно урвать халявные NFT или токены. Однако, разумеется, не забывайте, что любые вложения в криптовалюту сопряжены с большим риском. Вы должны всегда проводить собственные исследования перед совершением каких-либо инвестиций. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.